В Ульяновской области заканчивается сезон благоустройства родников. Родниковая вода ценилась всеми и всегда. В 2010 году во время засухи именно она во многом спасла людей и огороды региона. С тех пор ведется постоянная работа по благоустройству родников региона. По поручению губернатора на территории Ульяновской области более 10 лет реализуется программа по благоустройству родников для питьевого водоснабжения. Хотелось бы отметить, что за данный период было благоустроено порядка 600 родников за счет бюджета Ульяновской области и за счет внебюджетных источников. В этом году облагорожено 22 родника. Дело это непростое. Выкапывается колодец, в нем выкладывается сруб или бетонный резервуар, делается крышка и вывод чистой воды наружу. Один из таких благоустроен в одном из сел Майнского района, Игнатовке. Деньги на это были получены по программе благоустройства родников. Родник называется Деревенский. Вот, провели анализ воды этого родника и построили совместно с жителями, со всеми, вот такой замечательный родник, который радует нашего населения, который не отказывается от этой вкусной воды. В планах устроить на роднике купальню для проведения службы и купания на крещение. Все земляные работы удалось закончить до морозов. В течение ноября поставят и сруб над купальней. Павел Половов, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ.